Какой бритвой пользуешься? Да никакой. Станки дефолтные, сейчас покажу. А где они? Вот, просто станки дефолтные. Одноразовые станки. А, но я их использую больше одного раза. На умничах. Только, короче, проблема, но если их использовать прям намного больше одного раза, то потом воспаление появляется на лице. Или не только на лице. Короче, просто одноразовые станки, но их лучше использовать максимум. Ну, предел это три раза, считаю. Это предел. Но лучше не экономить сильно, не жалеть, а два раза использовать, не больше. Одноразовый станок. Да, вот. Два раза нормально. Триммер купил, он удобный очень. Лень, не знаю. Может быть, ты прав.